Ну а перед началом ролика я хотел бы разыграть данную АВП. Условия максимально просты. Подписка на канал, лайк, комментарий и досмотреть этот видеоролик обязательно до конца. Итоги в следующем видеоролике. Ну а также я хочу подвести итоги на этот АК-47. Победитель у вас на экране, у тебя есть 24 часа, чтобы подписать на Телеграм и забрать свой приз. Всем приятного просмотра. Всем здорово, чувачки, с вами Заспой. Сегодня мы залетаем на сайте под названием Case Drop. На балансе у меня 12 300 рублей. Кстати, я пополняю со своим личным промокодиком, который даст вам 20% пополнения баланса. ZASP20. Нажимаем кнопочку «Применить». Выбираем, не знаю, допустим, 1000 рублей пополняете. 1000 рублей пополняете, 1200 вам придет на баланс абсолютно на халяву 200 рублей. Выбирая способ пополнения, Visa, Kiwi, можно выбрать всякие криптовалюты, биткоин, эфириум, можно выбрать пополнение скинами. Допустим, какой-то шопинг-клуб завалялся, ввел промокодик ZASP20, пополнился, выбил какие-то топовые скины. Далее, по всему миру работает пополнение, это просто реально офигенчик. Также, на сайте есть бесплатные кейсики, чуваки. Вот давай сейчас с вами их и пооткрываем, начнем ролик именно с бесплатных кейсиков. Так, не помню, со скольки рублей этот бесплатный кейс дается, но знаю, что он бесплатный. Поехали, фастом будем открывать бесплаточки. На сколько рублей нам высыпет? 12 300, блин, сложно будет окупить, конечно, но... 96 рублей с первого кейсика бесплатно мы получаем. Погнали второй бесплатный кейс открывать. Второй бесплатный кейс. Поехали, открываем быстро. Эмочка, ну а за 400 рублей, кстати. Кстати, чуваки, ну пойдет, 12 300, конечно, депозит. Блин, надо тысяч, в идеале 1020 выводить сегодня, вот реально это в идеале будет. 20 рублей блокировка за 80 рублей, это не очень. Бесплатный кейс четвертого держа, поехали, попробуем. Может быть нож какой-то, прикинь, нож упадет. Ну 340, хорошо, пока что второй бесплатный кейс более-менее выдал, там эмочку на нуар за 400 рублей. И последний, пятый кейс, самый дорогой, который, по-моему, дается от 10 тысяч пополнения баланса, если я ничего не путаю. А ну, блин, все сайт забагал, нахуй. Давайте открываем. И падает 542 рубля. 45. А, хорошо. Также, чувачки, на сайте проходит сейчас ивентик. Офигенный ивент, в конце которого вы можете получить нож, коготь, кровавая паутина за 46 тысяч рублей. И еще множество разных призов. Каждый левел вам все круче и круче приз. Вот, допустим, такой фальшивый нож вы сможете забрать на 22 левеле. Можете забрать перчаточки мраморные градиенты, АВП шелковый при тигр. Я, получается, на каком левеле сейчас остановился? Я остановился на 13 левеле, просто закидывая деньги, играя, автоматически фармил эти поинты, парни. Просто открывай кейс. Сейчас покажу. Давайте контракт сделаем из того, что выпало, из бесплаток. Поконтрактим немножко. А, у меня еще остались пушки с того ролика. Вот так, наверное, вот, а нет, пустыны не было. Блин, а какой там ган был? Что-то ГОК, королева пуль вроде бы, не? Да, королева пуль. Так, получается, сумма крафта у нас 1500 рублей до 4500. Давайте 4. Ну, 1300 сенлю, хорошо, пойдет. Но я продать нельзя, ладно. Ладно, помним, что сенлю у нас с этого ролика еще осталось, надо продать. И давай сразу продадим, пофиг. Продать. Все, итого на балансе у нас почти 14 тысяч рублей, 13600, если быть точным. Давайте подкрываем кейсики. Подкрываем кейсики, что есть, что хотим. Давайте Netflix. 820 рублей стоимость кейса. И 1000 поинтов мы автоматически фармим этот ивентик. 3 штучки, 2500, поехали обычным открытием. Калаш красная линия здесь, конечно, падает, но романтическая операция, может быть, мода. 1600 упало, да? Потратили мы 2400, блин, пока что не очень. 1300, хорошо. На 300 нас не хочет сегодня окупать. Это довольно-таки печальные новости. Может быть, может, тайный нас хочет окупить. Давайте 3 штучки долбанем сразу, тоже фастом. 2500 тратим, получаем 3800. Нифига, давайте снова 2500, 2100, и обычным открытием давайте трешечку тоже долбанем. Ну может что-то 1000 за 5 бы, а как это четко дешевый? По скил, хорошо, 3200, кстати, опять укупились на целых 800 рублей, так-то, нифига себе. Опять кракен, опять хамелеон и опять баскил, парни. Походу фарм кейс нашел, у меня уже 15 тысяч на балансе. Было 12300 депозит. Ай-ай-ай, 1600 это не очень интересно, не очень вкусно, но... Мы дадим еще одну попытку этому кейсу. И падают 3 эмки. Но они дешевые все. Хорошо. 13200 на балансе у нас тем временем. Что покрутим с вами? Что покрутим? О, давайте ваншот один раз. Дигл поток аффирмации часто падает за 5500, по-моему. Может быть, сейчас нам повезет. Или эмочка колится за 10 тысяч рублей 4x. А. Ладно, придется еще один раз открывать. 3000 поинтов мы фармим в ивентик. Просто открываем. На халяву оформляете поинты. А, ну снежный вихрь, кстати. Благодаря снежному вихрю мы ушли даже в плюс, наверное, да? Давайте плент Б подкрываем.
You act to rush at point B. 2200, короче, парни. И может быть, код красный, гиглик, мне выпадет за 2200? Или же Кортисейра, кстати, кстати. Хороший кейс, давайте быстренько. 2605. Чуть-чуть фармит. До 20-очки, если подняться, можно было бы даже остановиться. 1900, и перестать грабить сайт, но может быть... Сайтик, ты нам там дашь 50, там ты... Ну, кстати, неплохо купать этот кейс. Вот это плохо. 400 рублей минус увел. 300 рублей. 500 даже. Математикой трабл, походу. Ой-ой-ой-ой-ой! Красный! Код красный, Дигл, мы вытащили. 16 косарей на балансе тем временем, парни. Давайте последний раз. Все, выходим с этого кейса. Надо поделать, наверное, крафты. Апгрейды. Так, ну блин, 16 косарей. Ну что-то хочется такого жестенького прям навернуть. Давайте кейс холод. Кейс холод попробуем. Тоже 3 штучки долбанем. Обычным открытием 3600. Здесь тоже поток информации падает. Очень надеюсь, что мне выпадет он. Ну 3700 за 3 кейса. Главное, что нам формятся поинты в ивент. Блин, ну за 50 тысяч уж сначала офигел просто. Ладно, 3600. 400, блин. Хорошенькая такая сумма была только что. Ну-ка. 3800. Давайте апгрейды поделаем с этих скинов. Это получается P250, ФАМАС и Калашик, да? Давайте с ФАМАСа начнем. 2х. Давайте 2х попробуем, что-то поймать. Вот Юспик, допустим, вот этот. Я его не буду забирать, просто продам, так что поэтому я не буду выбирать. Тут особо сидеть, просто для, чтобы продать на сайте. И он заходит. Заходит. Отлично. За 2000 мы забираем Юспик, потратив при этом всего лишь 900 рублей. Рисковали 900 рублями. Получили двушку. Так, продаем наши эти скины. Продать, продать и продать. Итого на балансе у нас 16 тысяч рублей почти, парни. Блин, с 12300, ну это нормальный, в принципе, плюсик, но надо еще. Надо что-то забирать, у него какой-то ножичек или перчаточки, может даже. Какую-то вкусность хочется, может на живой кейс. Бэмс, бэмс, гэнг-бэнг. Ну смотрите, на живой кейс. 11500, да? В случае неудачи у меня остается баланс, чтобы еще раз открыть. Но за два раза я уверен, что кейс дропнет, точно даст один какой-то хороший нож. Поехали. 11500, за это, парни, пожалуйста, обязательно лайк. 11500 за один кейс, просто представьте. Ой, как залагал и падает санью. Ну, кстати, на 2000 в минус всего лишь. Это не такой и большой минус. Даже на 1500. Ну, не лагай, пожалуйста. А что, кроме Навахи, это есть тут? Прием. Ладно, походу будет бритва сегодня. Походу, нас сегодня побреют. Походу, только это Навахи здесь лежит. Ладно, 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 ладно. Давайте гриданем. Сейчас гриданем, чисто апгрейдик сделаем. 3 Навахи мы с вами съели, к сожалению. Давайте такое сливное сделаем, там, допустим, на 5х. Прикинь, сейчас зайдет. Можно было бы на 5х поставить этот нож. 5х давайте долбанем. 2800, 3000 почти АВП. Дуалити. И она, походу, зайдет, да? И она, походу, зайдет. Офигеть. Вы прикиньте, я сейчас нож поставил. 2800. Офигеть. Давайте красный камень попробуем на 5х. Еще реально апгрейды сегодня заходят? Походу, супер шанс какой-то на апгрейдике. Ну да, это сливает, хорошо. Так, гоу. Продать и продать. Того на балансе у нас, ну снова тот же баланс, 14 тысяч рублей. Пока держимся на нем, давайте подкрываем какие-то кейсики. Может какой-то жесткий кейс, прям терминатор, можно огненный дракон даже. Что в огненном драконе, допустим, лежит такого? Ой-ой-ой, ладно, давайте один раз. 8200, 10 тысяч поинтов мы фармим в ивентик, чтобы забрать наконец-таки коготь. Калаш, сколько? А, ну блин, такой дешевый. Что вообще тут фигово? Блин, тут очень много фигово. Ладно, давайте еще один разик, пофиг. 10 тысяч фармим поинтов, это самое главное. Нет, ты же вообще ничего... А, что? Хорошо, поехали еще разик. У нас уже более 16 тысяч было на балансе, кстати. Ну, не лагай, пожалуйста, кайман. Ну все, это точно слив. 4 тысячи. Два раза по 2 подняли, и потом 4 за раз слили. Это нас не устраивает. Ладно, поехали, 15 тысяч. Мы фармим события. Пожалуйста. Пожалуйста, нет. А, 15800, чуваки. Так-то Азимов, Авик. Ну или апгрейд сделать тоже, блин, можно, я не знаю. Можно апгрейд попробовать, не? Как-то, ну, вот как-нибудь вот так, наверное. Что-то вот такое. Такой вот нож, 75%. Поехали, попробуем. 20 тысяч в случае победы. Я очень надеюсь, что зайдет. И походу нет. Или зайдет. Или походу нет. Или зайдет. Зайдет, 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 зайдет. Отлично, парни, 20 тысяч рублей. 12 300, я думаю, это хороший приемлемый плюс.
Ну, 19 тысяч, ладно, 19 тысяч. Это что получается? 6 тысяч, 5700, грубо говоря, мы подняли с вами просто за несколько кликов. Блин, офигенно. Норчик за 19 косарей, конечно же, будем выводить нафиг. Я не хочу заигрываться, нужно, с этим делом аккуратно обращаться. Давайте бриличка два раза еще откроем, баланс позволяет у нас. 500 рублей. Ну все, отлично, давайте еще два разика долбанем. 500 рублей, хорошо. Сейчас расформимся еще на один кейс. Опа, а тут и подъезжает Гок Латунь с бесплаток. Давайте зайдем, заберем ее и будем заканчивать, наверное, видеоролик. Гок Латунь мы получаем за 1200 рублей. Далее у нас ожидает 14 левел, 615 рублей мы получим на балансик. Все, отличненько, парни. Итого получается вместе с Гоком Латунью, это что получается, 1000, ну да, 20 тысяч, грубо говоря, мы выводим с вами. При депозите 12300, 7700, вернее, мы с вами профитнули сегодня. Парни, ссылочка на сайт и мой личный промокодик останется в первом закрепленном комментарии. Аккуратно переходим, не заигрываемся. Всем спасибо за просмотр, с вами был Заспа, до скорых встреч, пока-пока.